Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Light to Play. И сегодня... Так. Сегодня мы играем в вот такую игру. Как она называется? Lost Light. Lost Night. Не помню. Короче, как там так называется? О май. И король, и вот в этой игре мы будем играть, блин. Рэди. И да, вот так. Вообще первый раз на видео, по крайней мере, буду играть. А так, ну, я играл в эту игру, в принципе, нормально. Учитывая то, что он против ботов. А против ботов, блин. Вот так. Да, также здесь есть вот такой. Вроде бы это акселерометр, или гироскоп, вот там. Мне кажется, он когда короче, очень удобно и с ним очень классно играть. Получается даже прикольно. То есть не все вот это вот, например, сейчас я не поворачиваю. Я резко буду поворачивать, но не вот так вот. Ну, игра мне нравится, но она достаточно быстрая, то есть она очень быстро проходится. Единственное, что здесь и хочется делать, то просто найти всех и перебить. А так все. Что ты делаешь, ты патрон? Называется подстава. Знаешь, что здесь? Ай, фак. Да, иногда неудобно играть. Я еще не знаю, зачем здесь вообще лутаться, типа, ну, какая-то китайская версия Escape from Tarkov. Escape from Tarkov. Какая-то такая китайская версия. Ну, выглядит он неплохо, в принципе. То, в принципе, то я могу записать какую-то вот так вот. Такая, в принципе, игра. Мне нравится.
Знаете, она необычная. Колду мы тоже поиграем, но почему-то хочется избавиться уже от ботов, которые там играют. То ли я так хорошо не играю, то ли боты так плохо играют. Что ты передвигал, осёл? Игра, в принципе, прикольная. Почему? Почему бы не поиграть, например, разок? Хоть это и не реклама, но, в принципе, скачать можно везде, я думаю. Эх, разработчики, платите мне за рекламу. Что за бекон нужно принести? Вася, ты таком бекон... А, подожди. А, ты, тьфу, блин. Не в тот проход пошли. Для того, как-то бекон нужен. Блин, ну мне кажется, какой-то прямо оно дичайший мясоед. Блин, что так? Ой, жопа прям. А, блин, я чуть не сломал все руки, пока это сделал. О! Флешлайт. Да, как ты очень быстро передвигайся. Это трудно контролировать. Ты идиот, что ли? Нет! Забрать! Забрать, идиот! Вот и, блин, все патроны просрал. Дебил. Я увидел на каком-то... Эту игру на каком-то обзоре. О. Икон. На обзоре какого-то телефона. И я был впечатлен. Потому что это... Мне нравится так это... Ну, я, конечно... Конечно, в Escape from Tarkov я не играл, но хотелось бы. Хотелось бы попробовать. Это хардкорное. Хотелось бы такой шутер. Хардкорный попробовать. Пока только так. Пока выключаемся только так. Короче, какой-то фейков. Фейков, да, фейков. О, новая карта открыта. О. Неужто мне дадут настоящих игроков? Ну скип. Что это? А. Зачем здесь Food Station? Сюда? Я не хочу от Калашникова модифицировать. Что такое? Зачем мне?
нормально. Все. Не, стой. Да дебил. Давай, ладно, ладно. Естественно, так за такое время на старой, на новой карте уже. А, вот мы на новой карте, ладно. Хорошо. Я на этой карте. Я на этой карте в ночью играл. Ладно. Тогда мечта вас. Что это такое? Что, дурак, что ли? Навигатор? Что это? А, то есть они решили так, что здесь будет 30 кадров. Хорошо. Здесь чисто, или здесь чисто выше мощности. А, как ранен. А чё он как-то странно лимитировал? FPS-ик. Он ГПУ вообще не... Ой, да бляха, зайди. ГПУ он вообще не берет. Зато спасибо, блин, вот за такой геймплей. Дебил, что ли? Странно. Мало то, что такие вот объекты какие-то. Ничего еще. Ну, то есть нет, разницы типа нету. Там как была два на геймпинге. Меня это бесит просто, бесит дичайше. Здесь же не чему лагать, здесь нет никакой травы. Здесь банально нечему лагать.
Может, конечно, из-за того, что я умный такой включил гироскоп. Вроде бы он так называется. Уходим, пока ничего не случилось. Блин, чё, почему так тормозит дичайше? Че он именно режет FPS? Такие же, так же смешно, как и там. Как его зовут? Так же смешно, как и режет в, ну, в этой игре, которую, в предыдущей серии, которая была. Забыл уже. Under Death of Fear. Under Death of Fear. В этой игре-то, ну, где хотя бы играть можно хоть как-то. Хоть вот с вот этим вот вторым лицом, вот, я не понимаю, что. Деревья прогружаются просто, блин, там вот далеко очень, они даже не прогружаются нормально. Там 30 лимит ставят. Почему? Давай. Нормально, но я так и не понял, почему, как, чем. Я записываю игру в 60 кадров. Почему она идет в 30? Интересно. Интересно, 26 кадров. Тридцать один. Такого явно я поворота же не ожидал. Надо просто лимит в 30 ставить на видео. Ну, извините. Что ж, блин, делать, если он не может теперь? Защита от чего-то, защита, что ли? Сейчас я уйду на несколько буквально секунд, на секунду точнее быть, на полсекунды, и вернусь и проверю, что там произошло. Вернулся со стабилизацией в 60 кадров опять. И да, у меня просто в игровом режиме была отключена оптимизация производительности. Я не знаю, я сейчас включил, и вроде бы он показывает 60.
придется купить броню. Она, конечно, хуже. Чуть-чуть. В принципе, сойдет. О, нифига себе. Ты за мародера поиграем. Я надеюсь, сейчас тормозить надеюсь не будет. Может, тогда он тормозил из-за того, что у него был перегрев? У меня такой смартфон, что перегрев может быть из любой хрени. Но я посмотрел, там нашлись выходы из этого троттинга ада. Прошла вся эта дичь, спятный чип с троттингом. Ё-моё, зачем? Ой-ой-ой-ой-ой. Глушить, что ли? Не понял, а. Вон он, олень. Ну, мощно стреляет. Что это? Почему? А. Понял, кто-то сбежал. Просто подумал, почему он Что? Смотрим. Ну, 60 кадров. Это на 60 кадров на максималочку. Бляха, ну ты просто выходишь из этого, знаешь. Опа. С прицела выходит. Мне кажется, надо... не доплейс. А, нормально. Так. Идем. 12 минут еще. А, нормально.
Ой, патроны. Патроны. Ё-моё! А чё это такое? Всё в пасеках как было такое. Что это? Костя сломанный. Нахера мне рюкзак в рюкзаке, объясни. Осел, блин, что ты сделаешь? Упырь. НКВДшный упырь. Кто такой Брюс? Брюс, это у нас игрок? Или это у нас опять бу... Зарядочка, зарядонька. По-царски вообще. По-царски. Взяли, отобрали зарядочку от смартфона. Почему, кстати, зарядка? Почему моя? А патрончики что не берешь? Вот по-царски, по-королевски. Любое трясение телефона будет достаточно противно играться. В любом случае, мне кажется, что все-таки это не особо-то и важно. Вот так вот даже. Ну, типа... Что будет, когда он будет в прицеле, как у Call of Duty? В принципе, уже можно бежать. Ну, типа, все уже. Что дальше делать? Выглядит, да, прикольно. Прикольно.
бегаем, находим. Может быть, кто-то находит, может быть, что-то проигрываем. Может быть, я даже в нее поиграю, ну, в следующем видео. В принципе, мне игра-то понравилась, поэтому... Всем спасибо за просмотр, кто подписан, кто подписывался. Кто будет подписываться на канал. Такой у меня странный никнейм. Всем удачи и всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Всем удачи и всем пока. Сам стоит нормально. FPS тоже. Все, всем пока.